предоставляем 100% практику. Наши ученики проходят практику на показах мод, на конкурсах красоты и участвуют в телепроектах. За каждое участие получают дипломы. Направление школы красоты – это парикмахер, косметолог, визажист, стилист. Новое и модное направление нашей школы – это аромастилисты. Вас научат не только, как правильно наносить ароматы, но и научат правильно подбирать повседневный парфюм и аромат к вечернему платью на каблуках. Вы узнаете секреты раскрытия живых духов и как эти духи будут меняться на вашей коже. Каждый желающий может получить пригласительные на посещение бесплатной аромадегустации. Подробнее на нашем сайте.
Наша школа выпускает универсальных визажистов. Сейчас очень популярный макияж с элементами декоративной и художественной росписи, с интересными инкрустациями. Он как особое произведение искусства, эффектный и впечатляющий. Требует снова проходит в городе Луганске. И это новое имидж пати «Светские львицы». Спасибо организаторам, потому что дали такую возможность каждой девушке проявить себя, показать то, насколько она прекрасна, и сделать такой индивидуальный образ каждой. Спасибо большое стилистам, которые над нами трудились, спасибо салону, который предоставлял нам платье. Ну и я надеюсь, что всем понравилось. Спасибо вам за атмосферу. Очень приятно с вами работать. Хорошая команда, фотографы, визажисты, стилисты, салоны красоты. Nobody ever seen. Matter of fact, I seen a woman all up in my dream. Whipping and flipping and stacking and slapping. I'm attacking after she back it up and make it drop. After I met her, I told her, David Guetta's on the track. Baby girl, don't stop. Keep it going, you never know when somebody's gonna throw a couple dollars. Got a pocket full of $100 bills, ludicrous. Mr. Make a Woman holler. And every night on the floor, putting on a show. Everybody in the club, there's a little something you should know. Look at it go. She moves, girl, I want more. Keep it going, girl, like I got an encore. You got me saying, go, little bad girl, little bad girl, go, little bad girl, little bad girl, go, little bad girl, little bad girl, go, little bad girl, go, little bad girl. Nobody ever seen. Matter of fact, I seen a woman all up in my dream. Whipping and flipping and stacking and slapping. I'm attacking after she back it up and make it drop. After I met her, I told her David Guetta's on the track. Baby girl, don't stop. Keep it going, you never know when somebody's gonna throw a couple dollars. Got a pocket full of $100 bills, ludicrous. Mr. Make a Woman holler.
amazing on the dance floor when she moves. Girl, I want more. Keep it going, girl. Like I got an encore. You got me singing. Go, little bad girl, little bad girl. Go, little bad girl, little bad girl. Go, little bad girl, little bad girl. Go, little bad girl, go, little bad girl. Стилисты студии красоты «Сакура» подготовила сегодня модели для фотосессии телепередачи «Красота требует». И нам очень приятно, что эта телепередача посетила нашу студию, и наши стилисты получили такой большой шанс проявить себя и показать свое мастерство. И мы очень рады будем приветствовать вас в нашей студии красоты. Приходите к нам, мы будем рады вас видеть. Много секретов и учит, как работать с трафаретами, что позволяет исполнять фейс-арт и боди-арт даже тем, кто плохо рисует. А это очень важно для самореализации наших учениц. Как Шанель сказала, духи – это невидимый, но зато незабываемый, непревзойденный модный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины и долго напоминает о ней, когда она уже ушла. И ждем участниц и всех желающих к нам на бесплатную аромодегустацию. Поверьте, нашим выпускникам есть чем удивить наших клиентов. Благодаря вашему телепроекту «Красота требует» многие узнают о том, что Луганск особенный.